Дом музея Столетовых скоро снова сможет принимать гостей. Об этом сообщили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Напомним, что музей был закрыт на реставрацию с 2019 года. За время ремонта в здании была отремонтирована крыша, заменены коммуникации и полы, поставлены новые окна и двери, сделана внутренняя отделка помещений, установлены средства охраны. Один из залов будет посвящен Александру Григорьевичу Столетову, где посетители смогут увидеть новые экспонаты, например, старинные физические приборы. Этот зал мы хотели бы оформить так, как могла бы выглядеть аудитория Московского императорского университета. Она будет рассказывать о Столетове как ученом, о Столетове как преподавателе, о Столетове как мыслители. Экспозицию дополнят сенсорные экраны и другое мультимедийное оборудование. Чтобы все гости смогли познакомиться с родом Столетовых и местом, где они жили, в доме появился новый экспонат, который теперь смогут увидеть не только обычные гости, но и посетители, ограниченные в возможностях по зрению. Поэтому мы решили сделать вот такой интерактивный макет. Им могут пользоваться и обычные посетители, и посетители с ограниченными возможностями по зрению. Здесь есть шрифт Брайля. Планируется обустроить не только сам дом, но и музейный сад, который станет местом проведения вечеров музыки и поэзии. Примечательно, что экспозиция расскажет посетителям не только о самих братьях и их деле, но и о городе Владимире, в который приехал род Столетовых и прожил несколько веков. Немножко расскажем про город, в котором жили они. Мы будем представлять город Владимир глазами одного из Столетовых, глазами Саши Столетова. У нас сохранились дневники его. На реставрацию дома-музея было затрачено порядка 20 миллионов рублей из собственных заработанных средств, говорят в СМЗ. А откроется экспозиция 10 августа 2022 года, в день рождения Александра Николаевича Столетова. Анна Богданова, Виктория Лебедева, 6 канал.